Оперативный штаб Чувашской республики провел учение по взаимодействию правоохранительных органов и экстренных служб города при возникновении чрезвычайной ситуации. В ходе учения отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей. Осуществлена проверка эффективности тактических приемов, задействованных подразделений в различных условиях обстановки. В мероприятии участвовали сотрудники правоохранительных органов, Роспотребнадзора, органов государственной власти и самоуправления. Оперативным штабом скоординированы действия, направленные на выработку своевременных мер по предупреждению террористического акта, минимализации его последствий. Отработаны вопросы взаимодействия силовых структур региона и органов местного самоуправления при возникновении террористической угрозы. Совершенствовались практические навыки сотрудников ведомств, привлекаемых для участия в контртеррористической операции. Поставленные цели учения достигнуты.